Новый велосипед Jamis Renegade принесли на сборку. Принесли по одной простой причине, так вообще бы не принесли. Педаль была не закручена, сорвала резьбу в шатуне. И резьбе очень плохо. Сейчас я попробую это все прочистить, посмотреть, насколько все печально. А так стандартно, тормоза не настроены, переклюки не настроены. Там рулевая хрустит, короче, ну обычная история магазинной сборки. Рубашки, тросики не разведены. Втулочки тоже надо посмотреть. В общем, полная сборка такого туринга или гревела. Так, значит, ищем следующие приколы в сборке магазинной. Смотрите, как у нас тут цепь деформирована. То есть вот у нас ролик стоит прямо. Вот у нас ролик стоит в бок. То есть цепь деформирована. А это значит, что либо замена цепи, либо замок сюда ставить. Ну, короче, тут вообще все печально, вот на таком расстоянии. И цепь еще у нас идет, видите, клепанная. То есть все очень плохо. Закончили, так сказать, нулевую сборку, нулевое техническое обслуживание велосипеда, который уже выехал из магазина и упал. По педали полностью прочистил резьбу метчиком, закрутил максимально глубоко, проверили, все держится. Но если будет с педали какие-то проблемы, надо будет врезать, конечно, футурку ремонтную. Передний переключатель в крайних положениях, не хватает у него хода. Он, к сожалению, начинает цеплять о маленькую звезду и о большую звезду. Чуть-чуть подогнули крылья, то есть переключатель настраивали до установки крыльев. К сожалению, на крайних звездах чуть-чуть он цепляет. Ну, скорее всего, никто не будет на крайних звездах кататься, но посмотрим. Настроили передачи, настроили тормоза, все хорошо. С цепью я проблему показал, что у цепи одно звено чуть-чуть неровное. Выправили, насколько возможно, потому что заменять цепь или убирать это звено, к сожалению, возможности нету. Мы ограничены размером звезд, размером рамы, размером лапки переключателя. К сожалению, это невозможно. И вот такие фирменные крылья. Всего за 1000 рублей мы ставим на разные велосипеды. Есть серебристые крылья, есть черные. Смотрится очень здорово. Сейчас подальше отойду. Смотрите, какой хороший, красивый велосипедик получился. Развели рубашки немножко по-другому, чтобы более красиво они заходили в раму. Ну, катафотик немножко мешает. Тоже не очень все здорово. В общем, все готово. Надеюсь, что клиент будет получать удовольствие от поездки на этом велосипеде.